Всем привет! В очередной раз вот выбрался в лес посмотреть опята, пока деньки хорошие стоят. Сейчас на тех же самых местах, про которые уже снимал не одно видео. Время 8:30 утра. На рожу мою не смотрите, у корефана вчера был день рождения. Я не сильно свеж. Вот они, те наши места, в которых я уже не раз в этом году побывал. Хожу, смотрю, те пеньки, которые оставлял. Были небольшие морозы, поэтому опята, что попадаются, даже чуть-чуть уже подмерзшие. Вот, допустим. Вот такие вот травяные попадаются. Так что не зря приехали, грибы есть еще до сих пор. Видимо, нашел я свою полянку. Потому что вот они опята. Вот они растут. И вон там дальше. Сейчас приближу. Вон они. Начинаю собирать. Такая вот семейка попалась. На той же самой полянке. А вон еще. Из-за листиков не видно. Сейчас приближу. Вот. Так что. А вот еще. Вон они спрятались. Надо искать. Грибы есть. Та же самая полянка, с которой я еще не уходил. Вот еще попались и вон растут. Все дальше и дальше продвигаюсь вглубь леса. Пока попадаются только травяные опята. Ну что, друзья, час пролетел незаметно, как бы там в городе тоже есть кое-какие дела, поэтому двигаем мы уже обратно в город. На жареху я насобирал. Спасибо хозяину леса, то, что нас немного хотя бы отблагодарил. Всем спасибо за просмотр и всем пока.